Владимир Путин голосовал бы за Януковича. Он ёбнутый Владимир Путин, чтобы вы поняли. Понятно, да? А, кстати, вы мне такие вопросы задаете. Барвихе сидит или нет? Да? Так, вот сейчас вот вы скажете, и у вас лежат лицензии. Вот если этого процитировать. Это уже пошло в прямой трансляции. Мне трудно давать советы. Мне кажется, что главная проблема Украины – это сохранение государства. И вы должны такой формат государства предложить, который бы был жизнеспособным. Я не знаю, что это такое. Я понимаю лицемерие и фарисейство Путина, когда он предлагает федерализм, потому что сам он в России федерализм уничтожил. И я вам, как основатель российского государства, автор Конституции российской, могу вам сказать, что, конечно же, все, что было с федерализмом, покончено, и с местным управлением тоже. Он на днях протащил поправки об отмене выборов мэров, депутатов.